Сейчас из почти 8-миллиардного населения планеты в соцсетях зарегистрировано более 4 миллиардов человек. За последнее десятилетие число пользователей социальных медиа утроилось. В 2020 году в соцсетях появилось почти 500 000 новых пользователей, то есть каждую секунду регистрировались около 15 человек. Социальные сети ежегодно занимают высокие позиции в рейтинге интернет-ресурсов. Так, исследования портала Cloudflare показали, что социальная сеть TikTok заняла первое место в списке самых посещаемых сайтов в 2021 году. На популярность данной соцсети повлияли несколько факторов. Большой спрос на него появился в период пандемии, когда во многих странах был объявлен локдаун. Люди стали находить для себя новые виды увлечений. Важной причиной популярности TikTok является также его удобный интерфейс, который делает его доступным для каждого пользователя. TikTok, он оказался более простым для зрителя. И даже если вы исполнитель, то же самое. То есть, если вы заходите в TikTok и вы хотите что-то снять, вы не думаете о том, что нужно написать сложный сценарий, нужно как-то невероятную съемку сделать. Достаточно включить свой телефон и начать снимать. Большое преимущество TikTok оказалось именно в этом. Повышенный интерес к соцсетям не оставляет без внимания и представителей бизнеса. Чтобы добиться максимальных охватов аудитории, компании регистрируются в значимых социальных платформах. Если ты занимаешься каким-то бизнесом, тебе нужна аудитория. А где искать аудиторию? Соответственно, в медиапространстве. И TikTok – это, наверное, один из лучших способов. Сейчас аудитория TikTok очень большая. Изначально все думали, что вот там сидят дети, но на самом деле это не так. То есть очень много взрослых специалистов, которые тоже в TikTok ведут свои аккаунты. И за счет набора аудитории они получают большую клиентуру. Напомним, что TikTok был создан в 2018 году как платформа для просмотра и создания коротких видеороликов. Впервые соцсеть заняла лидирующую позицию еще в феврале 2021 года и удерживала первенство с августа. В прошлом году Cloudflare отвел TikTok лишь 7-ю строчку в своем рейтинге. Анастасия Панарина, CBC.